Друзья, я думаю, ни для кого не секрет, что старинные вещи стоят очень дорого. Заработать деньги на продаже антиквариата, старинных монет, можно с помощью аукциона Виолити. Здесь можно посмотреть цены, оценить свой товар, открыть торги и зарабатывать на этом деньги. Все ссылки на аукцион Виолити и канал YouTube будут в описании под роликом. Всем привет! Сегодня хочу сделать обзор на 1 копейку 2008 года Украины. Украинская копейка 2008 года имеет две разновидности. Первая. Монета притягивается к магниту. Это обычный экземпляр, не представляющий особой ценности. Вторая. Монета не притягивается к магниту. Это редкий вариант, стоимость которого около 5000 гривен или примерно 12500 рублей. За помощь в создании ролика хочу поблагодарить Александра Пономарева. Ссылочка будет в описании, заходите, подписывайтесь. А если понравился обзор, не забудьте его оценить лайком. Всем пока и удачи!